Жить от имени депутата Саратовской городской думы приветствует всех сегодня собравшихся на это прекрасное торжественное мероприятие, посвященное заключению соглашения между двумя городскими округами, городской округ Керчь и городской округ муниципального образования город Саратов. Дорогие друзья, я искренне выражаю слова благодарности и признательности руководству городского округа Керчь за то, что в прекрасное время сегодня мы подписали такое соглашение. Данное соглашение позволит прежде всего решить ряд задач, которые касаются развития нормотворческой деятельности, повышения качества нормотворческой деятельности органов местного самоуправления. Это главное. Саратовская городская дума накопила определенную